Сегодня за кулисами сборных концертов все разговоры только о грядущем сольном выступлении Аллы Пугачевой. Мол, на свой юбилей она намерена собрать Кремль. Жасмин, которая близко общается с Примадонной, уверена, что аншлаг гарантирован. Она вхожа в дом Аллы Борисовны, приглашается на все семейные праздники. Поэтому о том, что происходит в жизни Пугачевой, знает, что называется, из первых уст. «Пугачева очень изменилась. Я ее даже не узнаю», – рассказывает Жасмин. «Она стала какой-то умиротворенной и очень спокойной. Ей очень нравится быть женой, матерью, а главное, никуда и ни зачем больше не гнаться. Она перестала быть ищущей, стала расслабленной, очень легкой».